Это обзор на Deepcool Gamax L360 версии 2. Вот все комплектующие, собственно, да. Собственно, вот такой вот корпус. Какие-то винтики там уже утыхаются. Вот так вот он. Fractal Define S. Так. Чего? Как это открывается? Так. Цепиться, как говорится. Так. Вот что внутри. Здесь эротичный материал, которого можно потом искры пускать. А не важно. Угу. Вот что у него внутри. Да, отсеков никаких нету. В принципе, как обычный корпуса. Нету никаких воздуховодов. Это и плюс, и минус, собственно. Что здесь? Ремешочки. Fractal Design. Сейчас кроме вот это вот извращение. Немножечко подальше. Собственно. Вот что все представляет. Уже все полазил, посмотрел. Все там вентиляторы, все такое. Такие вот они. Так, да, в принципе. Только вот здесь уже так. Такой вот гигантский водоблок, на нем термопасты нету, зато он лежит вот в этом маленьком пакетике. Вот термопаста. Минимум, довольно-таки легкая. В принципе, по длине как подходит вообще. Подходит, конечно. Тут еще место остается даже. Видно, да? Вполне себе подходит. Вполне. Даже эти не должны касаться. Она, кстати, квадратная сама по себе. Здесь написано Intel, а здесь написано AMD. Так, какой же ты сволочь, как ты ставишься, Intel. Если его поставить так, он замкнет к херам здесь все.
Соответственно, Intel, блядь, наверное, пойдет снизу. Так, так, так. В принципе, расстояние есть. Получается, что что-то как-то так. Блин. Они же вот. Вот тут с одной стороны есть фиксатор, который не даст им крутиться. Все, я все понял. Здесь прям все на кондоры, блин. Вот и здрасте, я ваша тетя. Так, соответственно, если вот так. Так. Ну хз. Так, в принципе, годно. Сверху. Так. А этот... Вот сяк. Проблема здесь в том, что да, вот эту хрень желательно вниз. Она по бокам не войдет. Здесь мешаются кондоры. Термопасту нанес. Да твою мать! Вот неудобно. Да, этот на стопоре. Они все на стопоре. Не могу ничего сказать. Это ужасно. Вроде, ну она не ходит ходуном, но в то же время она же насажена. Я не уверен, что она прижимается. ХЗ. Сейчас спою как. Ладно, GT1030 не особо страшно убить. Так что придется жить как-то с этим. Да. Лады. Будем крепить дальше. По идее, как-то так. Теплый воздух съебывается вверх. Надплаты нифига нет. Так, крепление водянки. Это вот как-то. Ага. Вентиляторы. Делаем так. Будем считать, что все это дело стоит. И держится не на конденсаторах. Нет, конденсаторы не могут тронуть тебя. Не могут. Их не существует, забудь о них. Блять. Это напрягает на самом деле.
Так, как-то так. Сюда. Подсветка. Так, оперативку еще разок. На, такой себе. Санизм. Ох, сейчас, возможно, будет бубух. Что, даже огонька, блядь, нету? А, клавы нету. Так. А7 12700. Ноль маус. Тут, конечно, трэш полный. Этот, вот этот забыл подсоединить. Конечно. А его пампа. Пападампа. Я хз. Блин, это какой-то трэш. Зато резет можно проверить. Асус, Асусус.
Так, а как я его мониторить буду? Блять, ты мудил ебучий, блядь! Все, вот это все, что мне нужно. Сейчас он говорит, что максимум 3 царик. Погнали. Сколько там тредов? 19, говорить? 20 процессов? Семьдесят есть. Хуёво. Блять. Все, он собрался. Можно было догадаться. Ну вот и потестили, блядь. Прям, блядь, сразу 30, блядь. Ну, вообще трэш. Быстро вообще очень разогревается. Собственно... Ну, вроде бы охлаждается, но, бля, такое себе.